Как выглядит кредитная история и зачем она нужна? Кредитная история – это данные о ваших прошлых кредитных обязательствах. Заявки и кредиты, которые вы брали и гасили в банках, в микрофинансовых организациях, в кредитно-потребительских кооперативах. Также в кредитных историях можно увидеть, где вы были созаемщиком либо поручителем у третьего лица. Бюро кредитных историй у нас в России несколько. При этом банки, кредитно-потребительские кооперативы и микрофинансовые организации сами вправе выбирать, с каким из бюро работать. Кому интересна моя кредитная история? Ваша кредитная история может интересна быть банкам, кредитно-потребительским кооперативам, микрофинансовым организациям, страховым компаниям, сервисам каршеринга или работодателям. Прежде чем выдать денежные средства, либо указать цену страхового полиса, разрешить пользоваться сервисом каршеринга, все эти компании проверяют вашу кредитную историю. При этом в последнее время при поиске работников работодатель тоже проверяет кредитную историю кандидатов. Зачем мне следить за своей кредитной историей? Ваша кредитная история поможет определить вам возможность получения кредитов, а также разобраться в отказах банков и микрофинансовых организациях. Вы также разберетесь, почему по некоторым страховым программам вам предлагают повышенные цены, либо отказывают в заключении договора каршеринга. Также стоит контролировать свою кредитную историю, чтобы понимать, какие у вас есть действующие кредитные обязательства, какие у вас кредитные обязательства закрыты и не было ли оформлено на вас кредитов мошенниками, ну, например, в случае утери паспорта. Кто, кроме меня, может получить мою кредитную историю? Полный кредитный отчет, который будет содержать все части, можете получить только вы. Основную часть и кредитный рейтинг могут получать банки, страховые компании, сервисы каршеринга, либо работодатели только с вашего письменного согласия. Информационную часть кредитной истории могут запросить юридические лица без вашего согласия только для выдачи кредитов и займов.